для тех, кто смотрит съемки с Никона, озвучиваю. Я сейчас включил фотоаппарат Sony. Старичок мой включил. 4.51 по Киеву 12 июля. года. Это Луна в 125-кратном увеличении плюс 4 цифрового. Ну вот она в 50-кратном увеличении, снятая с рук, не со штатива. Вообще не хочешь наводиться, да? Хочешь, да? Молодец, автофокус. 6 лет интенсивная эксплуатация. Так, а тут у нас на Никоне уже Луна сбежала. Комета сбежала, так досадно. Была комета две ночи подряд на УАЗ. Ну, ты посмотри, это просто какой-то миномет. Сто 125-крат оптика. И 4 крата еще цифра добавляется. Ух ты ж, боже мой. Звено истребителя куда-то рвануло. Ой ты, боже мой, тут же ж. Я извиняюсь для тех, кто смотрит с Никона. Совсем я заигрался со съемками. Сейчас сниму на Никон еще и фотоаппарат Sony. Малепусенький. Не знаю, как это будет выглядеть. Солнце поснимать через два фотоаппарата. Ох, хватит этих извращений.